Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в Челябинск. В ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова совсем скоро начнется матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и командой «Кунь-Лунь Ред Стар». И 11-й Лукаш Седлак и 38-й Томаш Гика. Именно эти парни моменты создают. И вот теперь Седлаку нужно забивать. И он как раз Гика великолепную передачу здесь сделал. Насколько я понимаю, помешал Челиос отличиться. Поставил свою клюк Бейлином. 55-й закатывается за лицевую, ищет партнера, и вот так вот и передача на пятак последовала. Там Недушин не дал себя переиграть. Вот здесь Бейлин ушел от Сквайрза, доставил шайбу на пятак. И действительно было видно, шайбу она изначально не была прижата, но все-таки сумел. И дальше неплохо сыграл нападающий Кунь-Луня. Джош Николс, бросок опасный, вот добивание еще опаснее. Здесь, да, игра остановлена. Все-таки были активны очень хоккеисты Кунь-Луня, но забить им здесь не дали, пока 0-0. В дальний угол он метил, ну а теперь 2 в 1, контратака у челябинского трактора. Абрамов касание бросает, и великолепный сейф Александра Лазушина. Момент, 2 в 1, остался только один хоккеист у Кунь-Луня, ну и Абрамову опять же было довольно сложно подстраиваться. Седлак сделал пас, но трактор пытается всеми силами это сделать. Вот, например, здесь Лукаш Седлак бросает в ближний угол. Лазушин выкатывается под бросок и вновь эту встречу останавливает. Да, работы. Подключается там Сквайрс. Передача за ворота. Пока вот здесь бросает в ближний угол Джош Николс. И еще раз давайте взглянем. Передача за ворот. И все делал грамотно. Потом Буальцев оставляет для Тердышного, тот на Гику, Гика переводит на Бейлина, опаснейший эпизод, нужно забивать, и это делает кто? Разумеется, Никита Тердышный, 1-0 в пользу трактора. Гол давно назревал, прям скажем, быстрая атака получилась, тонкая передача от Гики на Бейлина, ну и причем Тердышный это забивает не с первой попытки, он сначала подставил клюшку под эту передачу, вот здесь Бейлин убрал шайбу на неудобную, главное, что и Бывальцев тоже шайбу пропустил, но а Никита Тердышный со второй попытки таки отправил шайбу в ворота Александра Лазушина. Это, конечно, очень важно отметить, но при этом все началось именно с Тердышного. К слову, та же самая тройка на площадке, Ник Бейлин, можно забивать, Ник Бейлин, 2-0 в пользу трактора, пошло дело у челябинцев, поваливается в очередной раз при контратаке соперника Кунь-Лунь. Бейлин в дальний угол бросил. И причем ассистенток Тердышный и Гика как раз те же самые лица организовали и предыдущую шайбу. Вопрос, сколько там разделило эти голы. Я думаю, что и минуты не прошло. Ник Бейлин. Тут у Пиута подскочила шайба, но он сумел ее теннисным приемом поймать. Передача на Тердышного. И Никита Тердышный просто красавец. Ткачева и Калинина. Здесь поборолся их партнер за шайбу возле борта. Ну и Тердышный прямо под планочкой. Вот туда красиво ее отправил. Сделал счет 3-0 в пользу трактора. Доборолся, кстати, Пилут. Очень важный момент был. Причем вот в том самом эпизоде Пилут мог шайбу потерять. Но в итоге доборолся. Вставление Грега Сквайрза отбивает шайбу Гарипов. Вновь еще один бросок от Спроула. Шайба не прижата. Она под вратарем. И все-таки Кунь-Лунь забивает. И делает это, разумеется, Брэндон Ип. Луня, они на шайбу наиграли, и практически появился уже, кстати, 5-й полевой. Даже интересно, успел ли выйти там Основин. Ну и со второй попытки после дальнего броска Спроула таки отличился здесь. И причем, я так понимаю, Кулик на него шайбу эту проткнул, а не Итан Уэрик. Поэтому здесь только себя, конечно, Седлак, Гика и Тердышный. Этого у них не отнять. А вот теперь Пулкинин убежит ли? А еще и пустые ворота в итоге у Кунь-Луня. Даже, честно говоря, не заметил я это сразу. Тердышного, ну и теперь тоже Томаша Гики. Насколько я понимаю, будет у Владимира Ткачева передача, которая для него станет второй, разумеется, в этом матче. Он ассистировал на гол Тердышному. А здесь Пулкинин убежал от всех. И шансов хоть как-то догнать у Спроула его не было. Причем Райан Спроул едва клюшку свою не раскрошил об ворота, но все-таки решил ее поберечь. Ну и трактор в итоге побеждает со счетом 4-1. Главный герой этого матча, конечно же, Никита Тердышный. Он забросил первую шайбу, забросил и третью, но и при